Пока существует преступность, будут и те, кто с ней борется. Время стремительно летит вперед, противоправные действия становятся все более технологичными, и современная полиция готова к новым вызовам. С учетом тех преступлений, квалифицированных преступлений, которые в том числе там, киберпреступность, IT-мошенничество и так далее, которые требуют действительно высококлассных специалистов, чтобы можно было раскрыть преступление. И те молодые кадры, которые к нам приходят с университета МВД, мы очень на них рассчитываем, и они в наших рядах. Все эти люди пришли работать в полицию, чтобы защищать мир и покой граждан. Естественно, как и в любом коллективе, в МВД России по Ленинскому городскому округу тоже есть трудовые династии. Моя мама, Ксения Юрьевна, она возглавляла здесь такую службу, как кинолог. И она также здесь познакомилась с моим отцом, с Владимиром Пискаревым. И долгую продолжительную жизнь они здесь проработали вместе, просмотрев то, как они здесь работают. И поэтому я пошла сюда. Как в песне поется, их служба на первый взгляд как будто не видна, но для многих из них работа – это важная и большая часть жизни. А семьям приходится мириться с такой реальностью. Практически люди живут на работе. Стараемся, чтобы не обделить и своих близких, ну и работу тоже нельзя оставить. Приходишь с утра, звонки, договариваешься с людьми, на допросы вызываешь, запросы, характеризующий материал собираешь. Ну, когда приходят люди, то проводятся следственные действия, допросы, опознание, там, очные ставки. Сами сотрудники полиции отмечают, что романтики в их работе не так уж много. Все же главное в их профессии – стремление помогать людям. И именно это качество, по мнению руководства УМВД России по Ленинскому городскому округу, является главным для полицейского. Сотрудник, который внутренне, да, и желает самоотверженно служить в правоохранительной системе, носить погоны современного полицейского, помогать людям без опять вот какой-то романтики, но получая от этого удовлетворение внутреннее. Вот я думаю, что на сегодняшний день это вот та реальность и та современность, которая ведет к нам личный состав молодых или же тех, кто... всех тех, кто желает. С днем сотрудника органов внутренних дел. Максим Козлов, Галина Житкова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.